Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик. И сегодня мы рассмотрим для Армы 3. О, что-то нашли? Что нашли? Эй! А, это одежонку мы нашли, да? Такую же, наверное, да? Такая же одежонка. Ну что ж, сегодня мы рассмотрим модификацию для Армы 3 под названием Altis Life. Что такое Altis Life? Это жизнь на острове Altis. Вот, смотрите, она прорисовывается картой из-за кучи меток, которая здесь поставлена. Вот. И, соответственно, здесь у нас всякие разнообразные задания выполнять. Ну, короче, просто жизнь на острове Altis. Это сравнить с DayZ, конечно, нельзя, но, по крайней мере, здесь есть тоже выживание. Что ж, и давайте хоть посмотрим, где мы вообще. Я понятия не имею. Блин. Каком... А, вот мы. Вот все нашел. Мы в городе Пиргосе. Вот, и, соответственно, почта, такси, магазин грузовиков. Вот, лицензии. Давайте сходим сначала к банкомату. Возьмем деньги, я не знаю, есть ли на этом сервере деньги. Но я, кстати. Так. Все окей. Все окей. О, копы за кем-то гонятся. Все норм. Так, машина копов. Интересно, они закрыли багажник? Так. Нет, не закрыли. Ух, там пальба! Ух, там преступников ловят, походу. Так, есть что-нибудь еще, какая-нибудь одежонка? Я хочу переодеться. Да ладно, чё? Такая же. Командир Клозер 1, блин. Это отстойная одежонка. Так, ладно, пойдемте к банкомату. Мы это будем пока мирниками. Ну вот, но... Но, как его называют, то есть здесь разнообразная жизнь. И вы можете сами уже определиться, кем вы будете, что вы будете делать и зачем вы будете это делать. Так, мы идем к банкомату. Ну, вообще, это как бы Arma 3, она уже вышла, да, это официальная версия. И, соответственно, остров Altis, он довольно-таки огромен. Эй, меня... А, господи, банкомат у них вот так. Банкомат выглядит вот так, компьютер в стене. Смотрим. 7 штук! О-о-о! 7 штук! Я хочу забрать... Да, я забрал 7 штук. Так, отлично, теперь идем за лицензиями. Так, 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 так. Лицензии у нас... Где? Вон там, побежали. Быстрее, 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 быстрее. Надо взять лицензии. Вот. Я хочу лицензию на... На оружие и на машину. Короче, на оружие, чтобы копы не домахивались, что я бегаю с пистолетом. И мог покупать не на черном рынке оружие. А машину, чтобы, ну, круто было. Так. Кажется, кто-то взорвал дом с лицензиями. Знак валяется. Здорово, бомж. Кто лицензии продает? Бомж, ты должен лицензии продать, по идее. О, да. Просто, блин. Так, лицензия на лодку. Так, дайвинг лицензия еще возьмем. Так, на дайвинг возьмем лицензию, не? Russian русский, ты рус? Так, окей, у нас есть на машины. Так, значит, нам надо теперь пойти купить себе тазик. Давайте сходим. Баблишка у нас остался, надеюсь, а то что-то понакупил себе сейчас. А баблишка-то и походу, если ты не оставил. Так, я бегу не в ту сторону. Все, 200 метров. Пока, на самом деле, одному здесь довольно-таки скучно. Тем более, здесь в основном играют пиндосы. Вот тут что-то... тут, как говорится, что-то это... Есть русские, это уже хорошо. Так вообще в основном играют пиндосы, что довольно-таки грустно. Особенно, когда полиция начинает домахиваться и начинает быстро говорить на своем супер иностранном языке. Ну, блин, от этого реально немножко не по себе.
Вот, потому что хоть знание английского у меня на высоком уровне, но вот видите, вот чувак уже не в тот чат говорит, надо ставить директ communication, чтобы не париться. Вот там чувак на КамАЗике. Так, вот пошли. Копы ездят, как видите, вон там бегают. Так, братюнь, так, ты грузовики продаешь, да? А мне вон тот нужен. Кевин. Guys, it's all norm, эй. Окей. Так, и да, я каршоп. Оф! Оф! 7 косарей. Я, кстати, не помню, на какую кнопку смотреть. Эй, Генри, да, там авиа. Тихо. Копы, 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 Я, без... Генри. А, я тебя не слышу, я тебя не слышу. Пойду в кустах от него спрячусь. Вот так, встану и спрячусь. Так, давайте тогда какие-нибудь задания повыполняем. Так, Hey, Kevin, you're friends with Barrack, aren't you? Чё? Не-не. Нет. Так, там копы, Oh, that's вон, копы Henry. кого-то шманают. Henry, yeah, no, that's your buddy. Right. So, can you give us 35p? Ла-ла-ла. Hey, why are you do that? Эй, что ты тут делаешь? Ребят, машину закрыли, не? Крутан. Why You're you do both that? on the wanted list for e-commerce. Вот, ну ладно, они тут, короче, уже копы разбираются. I Давайте. can explain. Good. Okay. I was on my wheels is gone and I was turning a corner and Че он говорит? this guy got in the road and I didn't see him. Ran him over, sent him a message. I said, "Oh, so sorry," and I gave him 10 grand, which I did. You can even ask. Okay, but next time, please send us cops a message so we can straight away take you off the wanted list. Короче, они просят его, чтобы Yeah, он... I wasn't sure if I was meant to do that. Он не откликался на полицейских. No justice, no peace, stop the police! Бежим, валим, все. Good. Okay, KD2, what about you? Валим, валим, валим. I want that. Да, его Oh, ничего не sorry. реагирует. Что за ролеплей? Меня должны были ввязать. Я... Listen, then okay. Вообще пропаганда Sorry, запрещена против that полицейских. guy W. Так, ладно. Куда поехал? Скотина. Ладно, давайте посмотрим. В принципе, тут как бы лицензии мы получили. Такси, Altis, Post, Market. Так, где можно работку-то подыскать? Так, блин. Меня это, честно говоря, расстраивает. Здесь не очень понятные. Давайте на почту сходим, посмотрим, что тут есть. Бегом. Чувак на газельке у меня что ли ждал? Ну ладно. Я пойду вот так, огородами. Вот, ну то есть, по сути, на самом деле я собираюсь, есть в планах, я не знаю там, будет ли у вас желание, немножко поиграть в эту игру, именно в Altis Life на запись, точнее, как я собираюсь в нее поиграть, если есть желание, посмотреть ее на запись, поржать, мы вам тут немножко троллить пиндосов, вот, воу-воу-воу. All cops are bastards. Ладно, не буду кричать, но он сейчас повяжут и толку никакого. Так, что тут у нас? Почта, да? Здорово, бро. А вот, на почте можно взять работу по доставке. Чего? 12 километров! Куда ты меня послал? Жирный. У-ху! Так, ладно, а такси где здесь было? Такси. О, не туда поставил метку. Может быть, такси меня довезет? Так, ну вот тут 100 метров. Что 12 километров я просто не осилю в этой игре. Доставка 12 километров, вы прикиньте.
Проще к террористам пойти или героином торговать. Вообще, как бы, здесь немножко странно, в Алтисе, в других версиях, там, соответственно, присутствует точка респауна. То есть вы можете респауниться, где вы захотите, а здесь почему-то меня респануло здесь. Запроси пикап. Да, я запрашиваю такси, господа. Такси! Кто-то взял мой заказ. Не ты? Не ты, да? Или ты? Так. Кто взял мой заказ? Отлично! Да, просто вот так великолепно. Я был на... Я ждал такси, и я так понимаю, что таксист меня избил. Ну, ладно. Так, мы потеряли все лицензии, наверное. New message from admin. Как посмотреть? А как ответить? Как ответить ему? Как ответить? Как ответить? Как ответить, что меня убил какой-то негодяй? Бумблер, пожалуйста, жди, где ты, говорит. Бегу я. Ладно, сейчас подбежим, посмотрим. Я бегу, 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 бегу. Бегу, 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 бегу. Hello, officer! Officer, this is driver, kill me, it's bad driver. Какие-то, в общем, администрации что-то переписывается, ну, короче, это, всем срать! Всем срать, короче, да, тоже меня задавили. Всем срать. Вот, ну это слышали все. Вот, ладно, что ж, пойдемте по другому заказу. Так, здесь кто? Или ты меня убил? Ребят, что у вас в машине есть? Нет, ничего? Давайте с ним прокатим. Сейчас он откроет двери. Я сяду. Открой двери. Братень, открой дверь. Help! Need help! Medic! Medic! Fucking cops! I need help! Shit! Oh my god! Oh my god! I need help! Somebody, please. Help me. I need help. Help me, please. Bad driver wanna kill me. I will go with you. Okay, friend? Okay? You good cop. Yes? Let's go. Let's go find some criminals and kick some ass. You good driver. Shh. Shh, shh, shh. I'm not here. Shh, shh. Hello, guys. Hey! Okay. I will escort you to the wall.
and you will drop it. If you turn around, we have to shoot you. No problem. Hey, why you do it with him? What are you doing with him? I have a legal gun, so I have to drop. Oh, I'm arrested, yeah! I will restrain you, he will drop a gun, so you don't pick it up. Alright, I'm restrain you, no, Joe, and you will drop it straight away. Меня арестовали, меня держат на мушке. No problem. Okay, I'll drop it then. Это беспредел! Беспредел, мужики! Я не виновный! Я русский, Russian Mafia, невиновный. Somebody hear me? What the hell? Alright, Joe, I will have to give you still a ticket for this illegal gun, and you can go then. Yeah, okay. I hate niggers too. Мне кажется, меня не слышат, по-моему. Оливер! Тихо. What? 10,000? What the hell? Yeah, you have to pay it. Валим, пацаны, валим. На-на-на-на-на-на. I already paid it just a second ago. Stop checking the chat. Oh, you didn't. Yes, так. I did check. Joe refused to pay the ticket. Так, чуваки, мы, короче, okay, свалили. Yeah, только я почему-то бегать не могу. Okay. Чё за фигня? Чё за фигня? Почему я не могу бегать? Right. Так. Что со мной не так? Так, пойду подостаю копов. И я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. А вернешься, меня здесь нет. А вернешься, меня забудь. А я сяду в кабриолет. Hello, cops. На-на-на-най, на-ри-на-най. На-на-на-на. На-на-на-на. Коп. Та-та-та-да. Та-та-та-та. Я у него спёр. Кто-то хочет меня стрелять? Так, давайте. Так, я украл мне аптечку. Копы должны помогать людям, правильно? Правильно. Давайте залезем в инвентарь. И можно это заюзать. Оп, нет. Так, почему я не могу это юзать? Значит, со мной все в порядке. Так, копуй. Шутин! It's not me! Он here! Блин, да какие-то они интересные. Давайте я проверю настройки, потому что они не слышат меня. Так, звуки. Да все нормально. Микрофон. Все норм. Микрофон даже можно говорить потише сделать. Нет, давайте вот так. Так, ладно. Hey, naked man! Hello, naked man! Need the drugs? Hello. Hello. Need drugs? Hi. I don't have drugs. What? Oh shit. Let's go find drugs. Where I can't run? You ugly man in car. Give me your car, bitch! От меня слышно, теперь нормально.
somebody can give me a drugs. Hey, man. Man. Hey, man. Need drugs. Whoa, cops. Cops, do you need drugs? Some drugs. No? What are you doing? What are you... You're drunk. Коп, ты бухой. Бухарик. Он уснул за рулем, смотрите. Надо спасти парня. Hey, man, you asleep? You sleep? It's okay? Okay, okay. Не успел. This is so fucking funny. Ла-ла. Так, так. Люди. Меня, видите, я бомж, меня отпиздили. Ой, простите, друзья, я забыл, что я не люблю ругаться матом. Так, ну ладно. Что ж, почему я не могу бегать, я так и не понял. О, видели? Он пытался побежать. Копс! Копс, please! Please help me! Please help me! I need ride! Please open the door! Thank you! Go! Man, you know why I... Can't run. One moment, my sound is so low. One second. Так, сейчас мы сделаем звук потише. Ой, не то. Так. Ага. Радио погромче сделаем. What are you doing? We must go! It's policeman! Where do you want me to go? Forward! Just forward! Go! Yeah, come on! You good, man! Where are you from, man? Lithuania. Oh, I'm from Russia, Russian mafia, you know it? Разговариваешь по-русски? Да, братан, я разговариваю по-русски, слава богу, я задолбался уже, понимаешь, это по-английски базарить я не умею. Ну и со мной не надо, я по-русски разговариваю. О, отлично. Слушай, давай покатаемся просто. На самом деле я снимаю видео для Ютуба, вот, честно тебе скажу, вот, и я хочу просто покататься по карте. Это возможно? Конечно. Отлично. Вот. Я сам недавно приехал в эти места. Да, я тоже. И ты знаешь, мне здесь нравится. Только меня сбил полицейский, и я не могу бегать. Может, тебя к доктору отвезти? А он денег попросит? Мне кажется, да. А вот тут у меня возникает проблема. Возможно, я потратился на все что лицензии. Ты тут так выкинул? Нет, ну что ты, я очень добропорядочный гражданин. Я всего лишь на все купил лицензии, а потом меня убили. На что ты потратил столько денег? Какие лицензии, если это не секрет? Не знаю, я пришел, мне, ну ты же знаешь, я плохо разговариваю по-английски, а здесь все разговаривают по-английски, и они меня обманули, дали водительскую лицензию, что-то еще, а деньги кончились. Можно мемуары тебе написать, такая история будет. Смотри, там что-то взорвалось! Это террористы? Чувак, у тебя она тоже летит? Она тоже летит, да, у тебя? Да, у меня тоже летит. Может, это НЛО? Наверное, слушай, я хорошо, что я снимаю, на Ютубе увидят НЛО. Чёрт. Оно на нас не упадет? Давай чуть левее возьмем. О! Оно приземлилось! О, приземлилось. Выживший есть?
Опять, смотри! О! Куда? В космос! Точно, это было оно. Нас похищают по одному. Поэтому нас двое, чтобы нас не похитили. Так, а есть где-нибудь такой проститутский красивый город? Ты же приличный джентльмен, только что говорил. Ты меня уже развратил. А, ну тогда, честно, не знаю, я как говорю, я тут недавно и сам все рассматриваю. Прикольно, а за сколько ты купил данную замечательную машину? 7 штук. 7 штук, это вот, это Honda Hatchback, да? Стильненько. Это Civic, кажется. Ну да, Honda Civic, все правильно. Honda это как бы марка, а Civic это как бы модель. Я просто в России работал в автосалоне. ВАЗа. О, нас преследуют! Топи! Топи! Топи, топи, топи! Это негодяи! Топи! Зажми! Давай! Поднажми, братан! Поднажми! Господи, я могу отстрелиться из пальца! Птюх! 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 Скорее, скорее, скорее! Так, по бездорожью мы плохо пойдем. Черный бумер, черный бумер. Под окном катается черный бумер, девкам очень нравится. Я вырос на окраине, рабочий городской, парнишка в модной кепке, зуб с потертой золотой. Ну, дальше я не знаю, ладно. Оторвали? Нет, они все еще идут, так что не сбавляй скорость, но они вас скоро потеряют. Они прямо за нами, но уже довольно далеко, 300 метров. Сейчас сверни куда-нибудь, будет поворот, перекресток, сверни. Выключи фары и в тень. Выключи фары и в тень. Отлично, отлично, отлично. Все. Кажется, мы ждем. Они где-то спереди должны быть. Глуши мотор. Молодец. Все. Сидим. Ты что-нибудь слышишь? А что нет? Давай переждем чуть-чуть. Так, это мы где? Не знаю. Сейчас найду. Ага, мы с тобой недалеко от Телоса. Телос, окраина Телоса. А это где? Короче, если посмотреть центр карты, прям центр карты. А во-во, вижу. Чё, давай тогда мотанём, знаешь, куда? В Ньочхори. Название, блин. Ньочхори. Это вот чуть левее. Где это? Кто здесь? Ты слышал это? Нет, и не хочу знать, кто это. Окей. А, ты включил рацию в машине, да? Чтоб только мы друг друга слышали, все правильно. Нам на юго-запад, 4 километра, да-да, туда, правильно. Ух, ну мы нормально оторвались, это была жесткая погоня, да? День! Да, я чуть ли аварию не сделал. Ну нормально, машина цела, мы живы, это главное. Играем, как рассвело, да? Вовремя мы. Немножко колеса подбил. Ну, это не очень страшно, это ничего страшного. Главное, мы живы, это главное. Так. Сейчас мы с чуваком сейчас поедем, он меня не слышит. А я пока говорю. Черт, где эта дорога? Сейчас
Я выведу тебя на дорогу, я выведу. Так, давай, смотри, едь прямо, прямо, все время прямо, и не сворачивай, выйдем на дорогу. Больше дорог нигде нет, только прямо. Пробивай забор. Не, машины жалко. Ну вот слева объедь тогда. Окей. А вторую? Давай слева объедем, просто не будем заниматься любовью с дверью. А, ты меня, наверное, не слышал. Я говорил, давай слева объедем и не будем заниматься Нет. любовью с дверью. Да, согласен. Я буду вести тебя по карте. Вот сейчас объезжай и направо, 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 направо. Направо, выезжаем направо. Так, еще направо. И вот прямо, 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 прямо. Смотри, тут камушки. Аккуратненько. А, ну вот по вот этой дорожке, наверное, выйдем сейчас налево. Налево, налево, налево. А, давай, 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 крути. Прямо, прямо. Мне нужен джип. Направо. Джип это да. Направо. О, ты не туда едешь. Нам назад. Вот, вот туда, направо. Вот сейчас вот направо поворачивай и туда. И вот так по прямой. Так левее возьми, потому что мы, по-моему, тут не проедем. А, не проедем, все, норм. Вот, и нам налево поворачивай, налево. Да, там хотел. А, сейчас по прямой. Вот что, сейчас направо чуть заверни, сейчас направо. Вот на правее возьми. И по прямой. Дальше я скажу поворот. По прямой никуда не сворачивай. Как доедем до шоссе, налево. Ну, шоссе, думаю, ты не пропустишь. Шоссе, это круто. Да, можно полной скорости идти. И копов таранить. Бу-га-га. Вот, налево. Потом будет развилка, мы по прямой идем, мы не сворачиваем. Че, может, споем? Дорог-то дальняя. Пожалуйста, пойте. Радио-то нет. Черт, слушай, ну ты сэкономил. Что предпочитаешь, какую песню? Заказывай. Шансон. Шо ж ты, фраер, сдал назад? Сдал назад, не по масти я тебе, ты взгляни в мои глаза. Пам-парам, брось трепаться о судьбе. Оп. Го-г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 о
назад, не помасти я тебе, ты взгляни в мои глаза. Пам-парам, брось трепаться о судьбе. Ты ж с иголочки ходил, ты ходил, лярвы пялили глаза, а вчера как дверь открыл. Мне эти фраеры не нравятся. Ну да, они за нами еще едут, да? Пам-парам, я попятилась да. назад. На тебе мышиный туз, был майорский макинтош и с кокардою картуз. Пам-парам, на себя ты не похож, а когда узнал, кто я, ты кто я, то разлил на стол вино и сказав, приду на днях. Пам-парам, не вернулся все равно. What the heck, what you thinking doing, motherfucking shit, bullshit? Lazy bastards. Машину поломали. Get out, get out. Они с автоматами. А, нет, пищи. Get out, I say. Да по-русски говори, задолбал уже. Они с автоматами, о, get out. Суки, блядь, построили со своей машиной, блядь. Я тебе говорю, морду отпал. Стреляй. Убей невиновного. Ты твое бабло отдашь. А у меня его нет! О, нет! Вот он, блядь, я убью его!
Ну что, дорогие друзья, на этом мы закончим серию. Повстречали мы русскую мафию. Вот на самом деле им весело. Вот. Так что подписывайтесь на канал Артем Динамика и ждите продолжения. Всем пока, друзья, до встречи.